Подготовку к предстоящему в 2020 году эсэху Аланхо в Алекминске начали уже сейчас. Для того, чтобы успеть все организовать заранее к большому празднику, жители сплотились в целое движение. О том, как проходит подготовка к главному национальному празднику, расскажет Елена Фас. Весть о том, что в 2020 году в Алекминске планируется провести эсэху Аланхо, буквально всколыхнул жителей. Организовано большое движение. И, конечно, в первую очередь, учреждение культуры, общественное формирование. Ведь такой большой праздник невозможно встречать неподготовленными. Я уверена, что мы будем асоциализировать само мероприятие как национальный праздник среди всех социальных институтов нашего города. Конечно, огромное значение имеет то, что Алекминский район многонационален, и для многих традиции, обряды и символика известны по самым распространенным принципам. Семинар собрал представителей различных сфер образования, дошкольные учреждения, молодежь. Ведь чтобы праздник стал ярким, работать надо всем вместе. Популяризация эсэха, традиции именно эсэха для воспитателей и организаторов детских учреждений сейчас необходимо нам. Действительно, как сказали организаторы, оно у нас шло просто как народный праздник, а соблюдать каноны, традиции, которых мы, оказывается, в полном объеме не знаем. Администрация города начала работу в своем направлении. Предварительно уже сейчас определен земельный участок. Сейчас у нас уже районом заключен договор на проект планировки земельного участка, проведены работы по межеванию, по кадастровому учету, то есть работа ведется. Алекминский эсэху стараниями настоящего энтузиаста Анны Трофимовны Романовой уже известен в республике. На семинаре его участникам не только рассказали о значении и видах песни души, но и предложили пройти первый урок. Елена Фаст, НВК Саха, Алекминск.